Познавательное, игровое или обучающее? Пожалуй, все сразу. На занятии с первоклассниками 222 школы сотрудникам Федеральной противопожарной службы удалось и повторить с детьми правила пожарной безопасности, и объяснить, как действовать при возгорании, и провести викторину, и рассказать интересные факты. Например, почему раньше пожарные использовали конусообразное ведро. Такое ведро, самое первое, в форме конуса, самое первое ведро на Руси, которое использовалось для пожара. Есть много ответов на этот вопрос, почему пожарное ведро имеет форму конуса. Во-первых, его удобно было использовать для того, чтобы зачерпывать воду, потому что обычное плоскоконное ведро неудобно держать. Игровые моменты пожарные обязательно включают познавательные занятия со школьниками. В сентябре в рамках открытых уроков безопасности сотрудники ФПС России проводят акцию первокласснику о правилах пожарной безопасности. Такие занятия организованы во всех школах города. Основное внимание на них уделяют объяснению порядка действий в случае возгорания. Наша профилактическая работа всегда, из года в год, направлена на то, чтобы обучать и напоминать. Тем более тренировки по учебной эвакуации, проводимые тоже нашими сотрудниками, формируют навык не бояться и правильно эвакуироваться. В основном форма такая, что напомнить и отработать еще раз, чтобы были действия правильными, грамотными и не было паники и тревоги у детей. В основном зареченские дети уже знают, как действовать при пожаре. С этими правилами они познакомились, еще будучи воспитанниками детского сада. И вместе с тем на каждом занятии узнают что-то новое. Мы узнали, что во время пожара надо выходить из запасного выхода. Завершилось занятие показательным тушением условного возгорания и раздачей сладостей за правильные ответы в викторине. Елена Степкина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».